Так, а хочешь у нас завязывал таким образом? Ребята, сразу же я в группе выложу. Почему? Да нет, дайте, пожалуйста, туда. Запахивается в правую сторону, держи здесь. То есть вот таким образом мы мерим сначала, чтобы края были одинаковые у нас. Кладем на талию. Правая сторона у нас заводится. Вперед. Левой стороной прижимаем. Он уже держится вот здесь. Заводим под оба пояса. Вот так вот, давай повернемся. Заводим под оба пояса. И потом этот конец заводим за один. И в отверстие. Вот таким образом. Тянем. Они приблизительно должны одинаковой стороны. Здесь поправили. Кимоно идет вот так вот. И здесь тоже. Все, молодец. Готов к обороне.